Всем большой-большой привет огромный. Всем большое спасибо за лайки, за комментарии, за подписку. А сегодня у нас вот такой творожный пирог чаю с абрикосами. Можно с другими ягодами. Посмотрите, какая красота. Видите, какой он уже готовый. Сверху немножко пудры. Пирог готов. И зовите всех к чаю. Кому интересно, как его готовить, смотрим вместе со мной. Готовим творожный пирог. Очень простой, быстрый, к чаю домашний. Нам понадобится 180 грамм творога. Просто вот так вилочкой его разминаем по чуть-чуть. Добавляем сюда 40 грамм сахара, ванильный сахар, щепотка соли. Перемешиваем. Сразу включаем духовку, потому что это все делается очень быстро. Добавляем сюда 120 грамм растопленного сливочного масла. Все перемешиваем с творогом. Буквально вилкой все делается и очень быстро. Сюда же добавляем 2 яйца. Перемешиваем все в однородную массу вилочкой. Особого труда не нужно. Все, чтобы все соединилось. И теперь сюда же 200 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Разрыхлитель добавляем сразу в муку. И все сразу сюда высыпаем. Очень все быстро готовится. Замешиваем тесто. Буквально вилкой. Вот тесто готово. Вот такое оно должно быть таки довольно густое. Потому что творог. Добавится абрикосы, половинки абрикос или другие какие-то ягоды, что есть, все подойдет. Выкладываем в форму где-то 20 сантиметров, чтобы высокий чуть-чуть был. И теперь выкладываем здесь абрикосы. Вот так, прямо утапливаем туда тесто. Духовка 180 градусов минут 30. Разогретую духовочку выпекаем. Все. Очень быстро. Пирог готов. Смотрите, какой он. Аппетитный. Быстро готовится. Бюджетный. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Всем приятного аппетита. Пока-пока.